Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import, и вы смотрите первый видеоавторынок. Если вы еще не являетесь нашим подписчиком, рекомендуем подписаться на канале. Много интересного. Ну, а если интересуют конкретные автомобили в наличии, либо наши вакансии, все это уточняйте по ссылкам, которые будут в описании. Добро пожаловать на наш очередной обзор. А героем сегодняшнего обзора будет второе поколение легендарной модели Suzuki SX4. Первая генерация этого компактного кроссовера представляла собой, по сути, уникальное предложение на рынке за относительно небольшие деньги. Реально небольшой, экономичный, надежный и интересный с виду автомобиль. Давайте посмотрим, не растерял ли ко второй генерации этот автомобиль свои качества, за которые его так ценил российский потребитель. Встречайте, SX4, второе поколение. Второе поколение SX4 появилось в 2013 году. Какое-то время эта машина продолжала выпускаться параллельно с предшественником, которому, в свою очередь, добавили приставку Classic в название. Машина продержалась на конвейере до 2021 года. При этом в 2016 его внешность основательно обновили в ходе рестайлинга. Под капотом на российский рынок был один единственно возможный вариант двигателя – 1,6 литра бензин на 117 лошадиных сил. Коробки передач механические либо вариаторные. Никаких автоматов на второй генерации уже не осталось. Ну а по типу привода потребитель по-прежнему мог выбрать между передним и полным. Наш сегодняшний экземпляр 2014 года выпуска до рестайлинг. Здесь 124 тысячи родного пробега, передний привод и вариаторная коробка передач. Ко второму поколению SX4 значительно прибавил в габаритных размерах, особенно это касается длины. Теперь она составляет 4 метра 30 сантиметров. Ширина автомобиля 1,76 м, а высота 1,59 м. Колесная база теперь составляет 2,60. Радиус разворота небольшой 5,2 метра. Снаряженная масса 1125 кг, а максимально разрешенная 1740. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, то ко второй генерации SX4 не получил сколь-нибудь утолщенного слоя окраса. По-прежнему стандартное для большинства японцев значение. Разброс показаний толщиномера для заводской краски лежит в диапазоне где-то от 90-95 до 120-125 микрон. Объем багажника по каталогу у нового поколения SX4 430 литров. Давайте вооружимся рулеткой и посмотрим, сколько это в линейных размерах. Для компактного хэтчбека на самом деле здесь все неплохо, по крайней мере, на первый взгляд. Ширина проема багажного отделения здесь 110 сантиметров в его средней части. Ширина по полу 102, а расстояние до спинок заднего сидения здесь 79 сантиметров. Что касается высоты багажника, от первого уровня фальшпола до потолка у нас 73 сантиметра. Расстояние от фальшпола до полки 41. Но в случае, если вам необходимо увести здесь что-то очень высокое, вы можете, в принципе, и убрать первую фальшпанель. В этом случае плюсуйте еще 14 сантиметров. Для перевозки крупногабаритного груза складывайте спинки заднего сидения. Здесь это легко выполняется из багажника. В этом случае вам будет доступна погрузочная площадка длиной где-то 155 сантиметров. А если протолкнуть длинный груз до самой приборной панели, то 2 метра 40. Что касается удобств по багажному отделению, помимо уже упомянутого фальшпола, под которым вскрывается второй, где у нас приютилась докатка и набор штатного инструмента, можно упомянуть два дополнительных кармана для мелочей по бокам, плафон освещения, 12-вольтовую розетку на правой боковой панели и крючок для пакетов слева. Что касается интерьера второго поколения SX4, то, попадая сюда, отмечаешь первый момент. Место стало побольше. Сидеть на самом деле достаточно удобно. Здесь очень неплохо выраженный профиль на спинке сидения. При этом подушка куда более плоская. Регулировки здесь все механические, зато их диапазон весьма немаленький. Даже просто отодвинувшись до упора назад, при росте 1,86 м, я спокойно выпрямляю левую ногу в колени и при этом едва-едва дотягиваюсь носком ноги до моторного щита. Плюс присутствует регулировка по высоте, так что большинству водителей, скорее всего, удастся подобрать для себя хорошую посадку за рулем этого автомобиля. Руль в данном случае пластиковый, как и весь интерьер вокруг вас, но при этом удобный, а самое главное, не скользкий.
опора под локти присутствует как в виде крышки центрального бокса, так и в виде обтянутого, кстати, тканью кусочка подлокотника на дверной карте. Правда, не при всякой регулировке сидения получится им нормально воспользоваться. Так, в частности, у меня локоть фактически упирается в центральную стойку. Комбинация приборов в данном случае у нас аналоговая. Цифровой здесь только дисплей бортового компьютера, причем он с монохромной графикой, несмотря на то, что это 2014 год. Зато все эталонно читается, каких-то претензий по этой части нет. На приборке, кстати, присутствует и указатель температуры двигателя, причем стрелочный. На дверной карте у нас стандартный блок управления стеклоподъемниками. Водительское стекло имеет авторежим. Здесь же боковые зеркала, которые, правда, в нашей комплектации умеют сугубо регулироваться, но не складываются. Слева от руля кнопка выключения системы стабилизации и корректор фар. Подрулевые переключатели здесь на своих местах, тянуться к ним не надо, пользоваться удобно. На рулевом колесе с левой стороны управление мультимедийной системой, справа то, что касается круиз-контроля. Сама мультимедиа здесь у нас с большим экраном, сюда же выводится картинка с камеры заднего вида, ну а ниже панель управления отопителем. В данном случае не климат, самая обычная печка плюс кондиционер. Все на удобных поворотных рукоятках, всем этим хозяйством легко управлять, не отвлекаясь от дороги. Да и переключаются они, кстати, с приятным усилием. Внизу кнопка включения-выключения кондиционера, подогрев заднего стекла и рециркуляция подогрева сидений, которые могут работать в два положения, слабый либо сильный нагрев, да классический селектор коробки передач. Что касается подстаканников, бардачков и прочих мест для хранения, небольшая полочка присутствует у нас в передней части консоли. Здесь же, кстати, притаилась 12-вольтовая розетка. Два подстаканника квадратной формы рядом с рычагом стояночного тормоза. Есть бокс в центральном подлокотнике, внутри которого USB-разъем для зарядки мобильных устройств. А основной бардачок, не сказать, что слишком объемный. Однако папка формата А4 сюда вполне помещается. Внизу дверных карт есть маленькие кармашки, передняя часть которых четко отформована под бутылку с напитком. В плане обзорности у SX4 этой генерации все нормально, хотя чисто субъективно похуже, чем было у предшественника. Боковые зеркала здесь не слишком большие по площади, имеют зауженную к краю форму, и пользоваться ими в целом более-менее удобно. Лобовое стекло с места водителя кажется узким, а капот практически невидим. Чтобы обнаружить габарит этого автомобиля, вам придется задрать регулировку сидения по высоте фактически в самый верх. Ну а с парковкой задним ходом выручает камера заднего вида. Давайте посмотрим, как обстоят дела на втором ряду. Что касается сидения второго ряда, в отличие от кресел спереди, оно полностью плоское, причем как визуально, так и, собственно, по факту. Так что трех седоков, если они не слишком широки в плечах, вы здесь разместите. Никаких дополнительных подлокотников из центральной части сидения тут не открывается, их нет. На дверной карте присутствует отделанный тканью подлокотничек, хотя он очень небольшой ширины, даже в сравнении с передними дверными картами. Зато в плане пространства здесь очень даже неплохо. Есть запас над головой, и несмотря на то, что машина компактная, колени хоть и касаются при моей собственной регулировке спинки сидения, но не упираются в нее. А даже если бы и упирались, то сама спинка в данном случае у нас мягкая, без всяких жестких пластмассовых вставышей. Плюс есть куда девать ступни ног. Пространства под передним сиденьем здесь достаточно. Тоннель на полу присутствует. Не сказать, что он особо выраженный, но он есть высотой где-то около сантиметров 8-10. Ну а никаких дополнительных удобств, кроме подбутыльников или подстаканников внизу дверной карты, здесь не предусмотрено. В целом же отправляться в дальнюю дорогу на заднем сидении SX4 второй генерации взрослому человеку вполне можно. Под капотом Suzuki SX4 второго поколения для российского рынка ставился один единственно возможный вариант мотора. Объем 1.6, мощность 117 лошадиных сил, крутящий момент 156 ньютон-метров. Это М16А, рядная алюминиевая четверка с двумя верхними распредвалами, цепным приводом ГРМ и самым обычным распределенным впрыском топлива. Однако нужно отметить, что несмотря на неизменившуюся маркировку М16А, этот двигатель с 2013 года уже не
тот мотор, который стоял под капотом SX4 предыдущей генерации, даже в модернизированных версиях. Здесь мотор основательно переработали. Сам по себе M16A это очень даже неплохой мотор, который хоть и не наделяет SX4 ураганной динамикой, а самая резвая разновидность этого автомобиля на переднем приводе и механике разгоняется до 100 км в час с места за 11 с небольшим секунд. Соответственно, все остальные варианты проделывают спринт за большее время. Зато в плане надежности и пробега до капремонта ему до сих пор очень мало равных. Эти моторы выхаживают под 400 тысяч километров пробега. Из неприятностей, характерных для данных движков, это необходимость ревизии цепи ГРМ, но, как правило, на пробегах уже за 250 тысяч. Также есть ненулевой риск нарваться на мотор с расходом масла на угар по причине подзалегших колец, как правило, вследствие перегрева. Ну и также в ряде случаев регистрировался пробой прокладки головки блока цилиндров. Но не сказать, что эти моменты слишком массовые. Еще к недостаткам данного агрегата можно отнести отсутствие гидрокомпенсаторов зазоров клапанов. Зазоры здесь регулируются при помощи шайб, и по регламенту эта процедура производится раз в 30-40 тысяч километров пробега. На практике, однако, далеко не все владельцы к ней прибегают. Разного рода мелочевка, наподобие течи масла по датчику давления, уже вряд ли способна как-то омрачить общую картину хорошего надежного агрегата. Масло сюда, кстати, заливается 5 литров, вязкость 5.30 либо 5.40. Что касается коробки передач, которая в данном случае соседствует с этим агрегатом, то в нашем случае здесь стоит вариатор. Его маркировка по классификации Suzuki RE0F10D, а вообще это джатка GF016E. И разновидность этого же вариатора вы можете обнаружить под капотом Nissan Qashqai второй генерации. В целом джатка GF016 это неплохая коробка, способная при нормальном обслуживании отработать под 250 тысяч километров пробега. Но она имеет ряд своих конструктивных особенностей, которые делают ее восстановление, если коробка все же приехала, не бюджетной процедурой. В частности, в этом вариаторе компания JATCO отказалась от использования степ-мотора, переложив его функции на соленоиды регуляторы в гидроблоке. Специфика этой коробки в том, что при выходе из строя одного соленоида вам придется менять весь гидроблок в сборе, поскольку никакого блока калибровочных значений здесь нет и вариант восстановления работоспособности только один. Также вариатор JATCO GF016 крайне негативно относится к грязному маслу, а продукты износа здесь образуются, причем в избытке, ввиду того, что на данной коробке производитель значительно расширил диапазон срабатывания блокировки гидротрансформатора и, как следствие, продукты износа накладок блокировки чаще попадают в масло. Поэтому меняйте жидкости фильтра раз в 40 тысяч километров, если хотите, чтобы коробка отработала свой положенный ресурс. Что касается вариантов реализации полного привода, если таковым автомобиль комплектуется, то здесь используется привычная муфта, которую можно заблокировать в принудительном режиме. И вопросов по надежности компонентов системы 4WD у этих машин, по сути дела, нет. По каталогу клиренс Suzuki SX4 второго поколения для российского рынка был увеличен до 180 мм. Вооружимся рулеткой и проверим, соответствуют ли эти показания действительности. Самая низшая точка в данном случае располагается под защитой моторного отсека, и расстояние от нее до асфальта порядка 15 сантиметров. Так что нет, не соответствует. Нижний край переднего бампера находится от асфальта в 16,5 сантиметрах. Расстояние до порога за передним колесом 19. Задняя часть значительно повыше, 23. А расстояние до нижнего края заднего бампера 25 сантиметров. Чуть-чуть меньше оно до банки глушителя, которая подвешена здесь поперек, но практически в габарите оси. Так что с геометрической проходимостью задним ходом у этого автомобиля по-прежнему все в порядке. SX4 второго поколения в плане ходовой части по-прежнему базируется на концепции Suzuki Swift, но слегка доработанной в сторону усиления. Передние рычаги в данном случае у нас все так же имеют несменные по заводу шаровые опоры. В случае с заменой на дубликат, с которыми придется что-то придумывать. Передняя подвеска типа Макферсон, стабилизатор поперечной устойчивости, прочный, закреплен на подрамнике сверху, но в отличие от многих других моделей, здесь нормальный доступ к его креплениям. Усилитель рулевого управления электрический, соответственно, никаких шлангов и протечек по системе ГУР в связи с отсутствием таковых. Что касается антикоррозионной защиты, то в данном случае на лонжеронах мы наблюдаем сугубо шовный герметик.
Примерно та же картина у нас и на порогах. Стоит отметить, что на втором поколении сохранилась все та же реализация поддомкратников в виде своеобразной скобы, в которую упирается подкатной домкрат. Так что при подъеме автомобиля имейте в виду, не подставляйте его под пороги. Все днище автомобиля в данном случае под его средней части укрыто либо пластиковыми фартуками, либо теплозащитой, из-под которой в основном виднеется все тот же шовный герметик. Топливный бак в задней части машины перед задней подвеской сделан из пластика, его объем 47 литров, что не так уж и мало для компактного автомобиля. Кстати, заливная горловина в данном случае металлическая, поэтому при осмотре хорошо побегавшего экземпляра на всякий пожарный обратите внимание на отсутствие на ней следов ржавчины. Что касается задней подвески, в данном случае машина переднеприводная и, соответственно, подвеска у нас зависимая. Здесь самая обычная балка с двумя сайлентблоками. Амортизаторы и пружины разнесены отдельно друг от друга, что упрощает замену данных компонентов. Ну а тормоза у SX4 второго поколения в круг дисковые. Стояночный тормоз самый обыкновенный механический. Что касается антикора в задней части машины, то следовые его количества можно обнаружить как на полу кузова над задней подвеской, так и, собственно, на нише запаски с нижней стороны. Но в случае, если подобный автомобиль вы планируете эксплуатировать в регионе, где очень часто используются реагенты в зимний период, крайне желательно будет дополнительно его обработать. Таким мы увидели сегодня Suzuki SX4 второго поколения. Напоминаем, автомобиль, который был сегодня у нас на подъемнике 2014 года выпуска. Здесь мотор 1.6, 117 лошадей, вариатор и передний привод. Родной пробег машины всего 124 тысячи километров. Если у вас был или есть такой автомобиль, на котором вы проехали уже не одну сотню тысяч, и вам есть в чем нас поправить и в чем дополнить, пропишите все это в комментариях. Людям, которые думают, покупать или не покупать подобную машину, ваш комментарий может помочь сделать окончательный выбор. Ну а если вас заинтересовал конкретный экземпляр, который сегодня оказался у нас на подъемнике, есть приличный шанс, что к моменту публикации видео машина все еще будет в продаже в городе Новосибирске в компании RDM Import. Всю интересующую вас дополнительную информацию, включая актуальную стоимость, уточняйте по телефону. Он прописан в описании, на нем же есть WhatsApp. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Спасибо за просмотр. Если обзор понравился, оказался полезен, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока.